С вами Дарья Кульбакина и «Культурная неделя». Она особенная в жизни Нижегородского театра оперы и балета. Начнем с того, что в этом сезоне новое руководство театра не перестает удивлять публику яркими премьерными постановками. «Шопениана», «Японские этюды», «Безымянная звезда». Затем в декабре представили балет «Корсар». На этой неделе в постановке «Марихира и Вата Корсар» исполнил роль Али заслуженный артист Татарстана, звезда мировой балетной сцены Олег Ивенко. А как раз в эти минуты проходит уже второй вечер балета с приглашенной звездой. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Олег Ивенко рассказал о репетициях с нашей труппой, а также о работе над фильмом «Нуреев. Белый ворон». А еще раскрыл секреты, как в свои 23 года успел организовать собственный проект «Стейдж-платформа» и почему решил остаться танцевать именно в России. Я считаю, что, конечно, российские школы все это эталон русского балета. В связи с тем, что в России как танцуют в любом случае по-другому. Мы, как я их называю, импровизаторы этого всего. Потому что в Европе, если ты танцуешь, у тебя есть определенные рамки правила, и ты должен выступать и делать только то, что уже намечено. А у нас в России больше идет такая импровизационная часть, когда ты можешь себе позволить украсить своей уникальностью спектакль. Еще интересная новость. На этой неделе в Нижнем Новгороде стартовал 10-й межрегиональный фестиваль авторской куклы «Страна Кукляндия». В музейно-выставочном центре «Микула» мастера со всего региона представили около 300 работ. Народные куклы, игрушки из самых разных материалов. Увидеть удивительные работы, сделанные из дерева, ткани и даже пластилина, а также поучаствовать в мастер-классах по их изготовлению, нижегородцы смогут до 10 апреля. А что еще нас ждет в выходные и на этой неделе? Прямо сейчас. Уже завтра, 22 февраля, состоятся последние мероприятия в Центре современного искусства «Арсенал», посвященные выставке «Единомышленники». В 12, 13 и 14 часов пройдет живая библиотека. Гости «Арсенала» смогут узнать много нового о жизни книг. А в 16:00 состоится круглый стол дискуссии «Инклюзия без иллюзий», где авторы выставки расскажут об удачах и неудачах проекта «Единомышленники». 22 февраля в Нижегородской филармонии в 18:30 для нижегородцев прозвучит программа «Барокко-джаз» в рамках абонемента «Музыка в джинсах». На сцене выступят заслуженные артисты России, лауреаты международных джазовых конкурсов и фестивалей. 28 февраля в 20:00 в Театре юного зрителя выступят артисты балета Эйфмана с постановкой «Роден». В прошлом году труппа удивляла нижегородскую публику постановкой «Анна Каренина». Удастся ли удивить зрителя на этот раз, расскажем на следующей неделе. А 28 февраля в ДКРТ состоится единственный показ камерного спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» в исполнении артистов Московского электротеатра «Станиславский». Это спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о счастье, вере и любви. На этом у меня все. Такой была «Культурная неделя». С вами была Дарья Кульбакина. Увидимся.